Четвертая неделя пролетела незаметно, практически. Вот, просто промчалась, потому что были выходные. Очень сильно был занят ребенком. Ну, практически каждый день куда-то выбирались гулять. Благо погода позволяла это сделать. Из активности как таковой практически не было, потому что с ребенком сильно быстро не походишь. Но, тем не менее, кое-когда даже получалось сделать 10 тысяч шагов. Вот. Когда получалось сбежать, еще можно было сбегать в магазин, быстро пройтись. Ну, поэтому кардио, как бы, десятку я делал. Вот. А что бы хотелось отметить? Из самочувствия энергии полным-полно. Вот, четвертая неделя должна была быть такой, чтобы, ну, просто войти в русло. Питание должно было быть сдерживающее такое, просто чтобы не рос вес и не падал сильно. Но, тем не менее, у меня не получалось сделать все, ну, вернее, как есть 2000 килокалорий. Просто организм уже привык есть меньше. Вот. И поэтому я как бы сделал меньше. Ну и за счет этого, соответственно, сбросил на четвертой неделе еще 700 кило. То есть сейчас вес уже 80 килограмм. Легко, спокойно. Вечером уже не хочется есть какую-то вкусняшку. Просто наедаться на ночь. Вот. Это уже давно пройденный этап. Переборол. Сам себя организм переключился и работает по-другому. Но я также перестал есть хлеб и перестал практически есть мясо. Ну, то есть, когда-никогда мясо еще могу съесть, но от хлеба уже, честно говоря, идет какое-то отвращение. Если там еще в начале четвертой недели я мог съесть тост какой-то, то теперь уже даже тост особо кажется кислым, каким-то невкусным. Ну, в общем, короче, не идет вообще. Хлеб и хлебобулочные изделия. Хотя хлебцы те же самые, пенопластовые хлебцы идут на ура. Далее. Хотелось бы сразу остановиться на том, что какие вещи ушли в этой четвертой неделе. В четвертую неделю ушел хлеб. В четвертую неделю ушло мясо. Ну, в основном мясо. Вот, просто его как не хочется, так и не хотелось до этого. Как не хотелось и не хочется до сих пор, ушел алкоголь. И еще, соответственно, стал меньше употреблять сахара, потому что я перешел на стевию. Вот, для диабетиков нормально, заменитель сахара. Причем сначала я кидал там по две таблетки, теперь мне уже хватает одной таблетки с головой. Вот. Но если утром я еще как бы употребляю сахар в кофе, вот это обычно одна чайная ложка, и одна чайная ложка, когда я прихожу домой. Вот это вот минимум, который сейчас сахара уходит. Вот. Что я стал принимать? Это витамины. Витамины уже трех видов. Это шипучки, потом еще какие-то там я взял минералы и витамины, комплекс на каждый день. И еще я взял рыбий жир. Вот. Ну, как бы для себя, для того, чтобы не было витаминоза. Вот. Салаты даже можно и после 6 свободно. Ну, единственное, что салаты лучше всего заправлять либо кефиром, либо немножечко растительного масла, то есть очень мало. Вот. Данные по этой неделе сейчас приведены справа и слева. Вы можете ознакомиться, поставить на паузу, посмотреть более детально. Вот что я употреблял в еду, вот как я двигался. Но в еде я особо не заморачиваюсь, ем то, что мне хочется. Единственное, что ограничиваю себя именно в объеме еды. Вот. Хотя даже сейчас уже не ограничиваю, сейчас хватает, немножко поел, уже наелся как бы. Вот. Вес продолжает уходить. Пятая неделя будет такой же сдерживающей. Ну и потом, я думаю, наверное, на этом мы остановимся.
Все будет зависеть от того, какие результаты у нас будут в конце пятой недели. Вот. Всем, кому интересно, могут установить приложение. Приложение – это те приложения, которые я использую. Это Fast Secret и Google Fit. Можете их установить и контролировать свои данные активности, свою употребляемую пищу, свои калории, которые вы употребляете в течение дня. Всем, кому было полезно данное видео, ставим палец вверх либо палец вниз, распространяем ролик дальше, ну и, соответственно, подписываемся на канал. Всем пока!